патриарх, я на Красноморец. Вот. Хотел сказать, что всю жизнь отдал служению Родине. Вот у меня опыт уже есть такой, мы за последние 3 года практически в каждой школе урок мужества провели, в 5-й школе в том числе. Молодежи, как вам, я считаю, нужны люди, которые прошли определенные какие-то конфликты, чтобы пообщались, посмотрели, что они делали, как они делали. Вот после 11-й школы поступил Суворовская, Питерская, ну как называется, корейский ракетно-патриотический корпус. После него поступил в военную академию для великого ракетных войск стратегического значения. И с 3-го курса начал мечтать о спецснайпере. Нам сейчас хотел показать так, маленький клип. Это у нас учения. У нас учения были постоянно. То есть мы всегда отрабатывали захват заложников во всех видах разных. Бронежилет тяжелый, он выдержит? Все зависит от того, какой класс у бронежилета. Надеюсь, вы поняли, немного для себя отложили какие-то идеи в плане, там, что такое терроризм, как с ним борются. Ну и взяли на заметку, чем занимается Кипиропов. Поэтому для девчонок у нас танцы, черлизинг. Ну, хотя единоборство тоже девочки занимаются. Для пацанов как бы единоборство. Приятно было познакомиться, пообщаться.